Три часа ночи. Санторини еще крепко спит. Поспав лишь пару часов, мы спешно отправились на причал. В силу технических причин вчерашний рейс был отменен, поэтому, чтобы продолжить путь, мы, пожертвовав сном, отправились на ближайший паром. На горизонте появился паром. Море было ярко освещено огнями. Тихий порт мгновенно пришел в движение. Трап опустился. Туристы с багажом растворялись в ночном Санторини. А мы тем временем, вслед за потоком людей, отправились в путешествие на остров Крит. У входа в каюту находится багажное отделение. Наши вещи заняли почти его половину. Уже через 10 минут после отплытия на борту постепенно стало тихо. Что нам готовят завтрашнее утро? Вдали виднелся туманный силуэт острова. Утром на палубе довольно прохладно. Каждое лето множество туристов путешествуют между греческими островами на пароме. Наверное, так путешествуют только в Эгейском море. Капитан с командой вместе несут вахту на мостике. Через час наш паром дойдет до места назначения – острова Крит, расположенного в самой южной части Греции. Светало. Мы приближались к Криту. 3000 лет назад Гомер описывал его как крупный остров среди Синего моря. Крит прекрасен, богат, волнами отовсюду омыт. Население плотное, около 90 поселков. Критская культура является одной из самых ранних цивилизаций в Эгейском море. Когда автомобиль покидал порт, мы были взволнованы. Что таит в себе культура, рожденная на стыке древней и современной средиземноморской цивилизации? Город Ираклион на северном побережье является административным центром Крита. Будучи важным судоходным узлом, этот остров в течение тысячелетий часто становился объектом конфликтов. Греки, славяне, венецианцы, турки, немцы – все они когда-то занимали Крит, привнося свое в местную культуру. Вблизи старого порта по-прежнему сохранились руины крепости, здания таможни и товарного склада, построенные венецианцами в Средневековье. Они рассказывают туристам о процветавшей здесь когда-то торговле. Летом Крит становится раем для европейцев. Люди из Центральной и Северной Европы обожают погреться на солнце после долгой холодной зимы. В это время белые песчаные пляжи становятся миром солнечных зонтов и бикини. Когда заходит речь о культуре Крита, многие вспоминают греческую легенду о Кносском лабиринте. По преданию, критский царь Минос приказал построить грандиозный лабиринт, в котором он скрыл Минотавра,
чудовище с человеческим телом и головой быка. Чтобы удовлетворить аппетит Минотавра, пользуясь властью, царь Минос требовал от Афин и других государств на побережье Эгейского моря каждые несколько лет присылать юношей и девушек. Когда очередь дошла до Афин, Тесей, сын афинского царя, добровольно отправился на Крит с другими юношами и девушками. Красавица Ариадна, дочь царя Миноса, полюбила отважного героя. Чтобы спасти возлюбленного, она дала Тесею клубок ниток, благодаря чему он убил Минотавра и благополучно выбрался из запутанного лабиринта. Какова связь между этой легендой и реально существовавшим Кносским дворцом? Насколько правдива эта легенда? С этими вопросами мы отправились к руинам Кносского дворца. Люси Агараки работает здесь с гидом уже более 30 лет. А Капака Ватрина является специалистом по археологии Крита. Возможно, они смогут ответить на наши вопросы о Кносе. Конец июля, сезон туризма. Руины посещают множество семей. Все они очарованы древней культурой Крита. Люси привела нас к трем большим ямам. Seen here the three big pits. This is the most important middle one, because very deep level you see a home of Neolithic period. This house built 5,000 years earlier had windows because that was the level of the earth, had a staircase, and when Minos had chosen this place to build the palace Knossos, had built and based on top of the house, therefore the higher wall belonging to first Minoan palaces period was pushed back from the earlier house wall. Had used all three then later on as a throwing, but actually keeping there the broken pottery of religious ceremonies. This is one explanation for this palace and pastor. So this is the bust of Sir Arthur Evans, who had done the excavations here in Knossos. But Evans didn't discover the palace. Стоя у бронзовой статуи Эванса, Люси рассказала нам о раскопках дворца. Она считает, что обнаружение дворца – это результат общих усилий многих археологов. Эванс же был самым удачливым из них. В 70-е годы 19 века немецкий археолог Генрих Шлиман обнаружил Микены. Найденная им золотая маска и другие реликвии, очевидно, намного старше эпохи Древней Греции. Их стиль изготовления отличается от греческих, египетских и даже восточных артефактов. Многие задаются вопросом, откуда пришла микенская культура? At that time, Knossos was not completely unknown. There has been a local nobleman, a very rich person named Minos Kalogerinos from Heraklion, who had a passion for classics and for Homer, like Schliemann, who had decided that this very here, named Kefala in Greek, was the most interesting part of Knossos to excavate. Which was very strange, because most familiar by them, famous, were all the hills surrounding this one, which were full of Greek marbles, Greek statues, Greek antiquities. And this one was completely unknown. There were just some pieces of broken pottery coming out,
And nobody was interested in Kefala, but Minos Kalokerinos, named Minos also, right? He came here and he started excavating. And so everyone came to know that in Knossos something important was happening. Обнаружение Кноса воодушевило европейских археологов. Тот, кто первым обнаружил бы легендарный Кносский дворец, изменил представление о истории европейской культуры. Шлиман тоже много раз проводил раскопки на Крите, но без особых результатов. В марте 1900 года директор Ашмалианского музея Оксфордского университета мистер Эванс объявил о начале археологических раскопок на острове Крит. Спустя два года Кносский дворец вновь открылся миру. В течение последующих 30 лет Эванс не только опубликовал ряд научных трудов о Кносском дворце и Минойской цивилизации, но и руководил работой по реставрации дворца. Его критиковали за некоторые действия, но это не отменяет тот факт, что именно Эванс восстановил прежний облик Минойской цивилизации. По исследованиям Эванса и других археологов, Кносский дворец был многоэтажным комплексом с плоской крышей. Его площадь превышала 23 тысячи квадратных метров. Во дворце насчитывалось более 1500 помещений. Прямоугольный двор в центре, площадью 1400 квадратных метров, разделял дворец на восточное и западное крыло. Двор окружали тронный зал, царская палата, храм и сокровищница. Остальные комнаты были соединены галереями и лестницами. Большинство строений западной части дворца, расположенные на склоне, имели 3 этажа, а постройки, расположенные в низине восточной части, 4. Карнизы крыш украшала пара желтых рогов из глины. Они носили религиозный смысл. На найденных здесь табличках с текстами есть буквы А и Б, тем самым подтверждая, что развитая критская культура заложила основы греческой письменности. A palace means social complexity and maturity of a culture in order to be able to organize in a centralized way its governing forms, economy and policy and administration, bureaucracy and religion. And thus a palace was a center for all this, we think. You're going to see huge storerooms for mainly agricultural products from the countryside. В западном крыле дворца находились огромные склады, в которых археологи обнаружили множество больших глиняных сосудов. Люси указала нам на глубокие каменные чаны рядом с кувшинами. Для чего они? Water to be filtered by liquid, olive oil, wine. Mm-hmm. If the urn broke, the liquid was poured into this. Received. For illumination, olive oil lamps. Illumination was the time. And that's the reason that olive oil was spread on the floor. Olive oil lamps were burning from early in the morning till late in the night because this part didn't have any skylight, you know, new skylight that time. Didn't need any illumination by windows or doors. The products olive oil and wine are deteriorated by light and air. And that was the reason that this part was dark.
illuminated by olive oil lamps when the earthquake started. Earthquake broke. Olive oil stayed on the floor, started immediately burning. Yeah, and that's the reason that you can see the very strong marks of fire onto gypsum slabs. 21 storage rooms cover the most part of west wing of the palace. Hedminoans put both sides, as you can see, the system of urns. 400 pieces along the corridor capacity in liquids they stored there was more than 40,000 pounds. Огромные склады свидетельствуют о минойском изобилии. Хотя строения и разрушены, но посетители по-прежнему могут ощутить их грандиозный размах. В отличие от многих других античных строений, Кносский дворец смотрится ярко и элегантно. Это, по словам Люси, результат реставрации Эванса. Колонны, покрытые красным и черным лаком, яркие фрески и укрепленные бетоном балки, считались неподлежащими восстановлению. Эванс всеми силами стремился сохранить Кносский дворец, работу всей его жизни. В годы, когда еще государство уделяло мало внимания охране памятников культуры, такая форма реставрации не вызывала нареканий. Для современных людей забота о памятниках античности гораздо важнее упреков в адрес предков. Вместе с Люси мы отправились на запад дворца. Там находится фреска, отреставрированная самим Эвансом. На ней изображены люди с дарами в руках. Что же хотел нам рассказать древний художник? Lower part for using for bearing the liquids to the deity. Putting the liquids in, we're holding the riton with one hand like that. The other hand was put at the bottom, where the hole tiny is, and reaching the altar, carrying the riton like that, moving the hand bottom part, the liquid was poured through this hole while Minoans were saying a prayer. And the title riton originates from Greek verb reo. Reo, in Greek language, means pour. The frescoes present men figures due to being red skinned. You can see that the men at that time were wearing a loin with nets and weights, nothing else. Presented in profile means that the Minoan painting was influenced by the Egyptians. В Кносском дворце мы повидали немало изящных фресок. Люси рассказала нам, что фрески дворца были сокровищем древнего Крита. Современным людям о минойской религии известно мало. Но благодаря этой фреске с изображением быка и атлетов, можно сделать вывод, что тогда на Крите существовал культ быка. По предположениям, фреска «Прыжки через быка» изображает опасный вид спорта, требующий высокого мастерства. Спортсмены должны были перепрыгивать через быка, избегая его атак. Возможно, это было частью религиозного обряда. Мы невольно вспомнили миф о Минотавре. Может быть, Минотавр действительно обитал в Кносском лабиринте? Или же в этой легенде греки хотели завуалированно подчеркнуть особенности дворца? В древности через Крит пролегал единственный путь, связывающий Евразию и Африку. Благодаря удачному географическому положению и изобилию ресурсов, царь Минос господствовал в восточной части Средиземного моря. Древний Египет и другие страны Средиземноморья оставили следы на Крите. Однако культура Кносского дворца явно отличалась от этих древних цивилизаций.
intelligent as to pick up things from all over and then to transform them in their own way. For instance, the palaces were not the most ancient ones in the world, but still Minoan palaces are very particular. This was a culture for life and not that much for death or for complex religious ceremonies. People were at the center of their culture and not gods, no kings. If you wanted some two, three adjectives for this culture, I would say human, a human culture, a quite free one, a nature-like one, and a very intelligent, a quick one in assimilating things and progress. Когда мы покидали руины дворца, солнце садилось за горизонт. В предзакатных лучах дворец выглядел особенно величественно. Мы можем идентифицировать древние цивилизации по возникновению поселений, письменности и архитектуре. Все это имелось на Крите еще 4000 лет назад. Поэтому Крит заслуженно величает колыбелью европейской культуры и родиной средиземноморской цивилизации. Но как сегодня течет жизнь в Эгейском море? В Ираклионе, столице нынешнего Крита, проживает более 150 тысяч человек. Большинство из них приезжие. Как и все процветающие за счет туризма регионы, Крит принимает огромное количество путешественников. Чтобы найти коренных жителей Крита, мы снова отправились в путь. Музей народных обычаев находится на окраине острова. В музее представлены различные предметы труда и быта местных жителей. Находясь в музее, чувствуешь, как будто очутился в Крите того времени. Интуиция подсказывает, что именно такой традиционный образ жизни и вели когда-то жители острова. Итак, будет ли у нас возможность найти таких критчан, которые в настоящее время еще живут по старым традициям? Среди множества гор в центре Крита расположились деревни. В пути мы обратили внимание на ветряные установки, стоящие среди пронизанных ароматом свежести полей и садов. Через полчаса наша машина добралась до тихой маленькой деревушки. Нам показалось странным, что большинство из немногочисленных жителей деревни были одеты в черное. Это Зермядо. 有多少人啊？咱们村上有多少人呢？多少？多少？多少？百家坡里。 Безлюдная улица с молчаливыми старцами довольно прохладно встретила нас. По словам стариков, молодежь перебралась в крупные города, такие как Ираклион. В деревне остались только облаченные в черные старики. Узнав, что мы хотим навестить тех, кто живет по традиционному укладу, они посоветовали нам отправиться в горную деревню Мохас. Через 15 минут мы добрались до Мохаса. В этой небольшой с виду деревне у дороги стоит изящная церковь. На тихой улице несколько стариков беззаботно играют в шахматы. Под большим деревом мы познакомились с человеком по имени Капата Агес. The surname is Capitan Agis. Agis. See for you, Agis.
Сихо-Юдайчи. Because a girl. For men, with S in the end, and for the woman, it's without S. Yeah. It's my father name. The other is Kritsotakis. Kritsotakis. Another gentleman. What is his name? Papoutsakis. С их слов мы поняли, что жители гордятся своими фамилиями и пытаются сохранить некоторые традиции. Как и в Замиада, молодежь покидает деревню Мохас в поисках работы. Они возвращаются на время сбора урожая маслин. Но где бы они ни были, их фамилии помечены глубоким клеймом Крита. В тени дерева Капата Агис играет на любимом музыкальном инструменте – бузуки, напевая традиционную греческую песню. Катус билеа, что мураю, и панаскотуту матонаю. Вслед за женой Капаты Агиза мы присоединились к народному критскому танцу. Может быть, для жителей этой деревни древняя цивилизация давно канула в лета.